Не получилось в этой партии. Я думаю, вы мне простите, да? Это уже все не турнир был. Я как-то хотел красиво, но получилось некрасиво. Не всегда получается красиво. Ладно, давайте играть в то, что мы играем. А во что мы играем? Мы играем испанскую партию. Квасу не хватает. Но у меня уже кофе закончился. Так, это у нас получается разменный вариант испанской партии. Ну хорошо, так. Это не основной далеко ход. Далеко не основной. Все, меняем. Сейчас, может, и ферзь f6 пойдет. Да, ферзь f6 сыграл. Ну ладно. Олег, 946, 2. Видимо, где-то есть и 1. Есть 2. Когда-то я помню какую-то историю в каком-то университете. Ну, не в Кембридже, не в Оксфорде. Может и быть, и в каком-то из них. Решили пошутить. Выпустили свиней с номерами 1 и 3. Ну, это студенты, видимо, пошутили. И охрана поймала этих свиней и очень долго искала свинью под номером 2. Но, как оказалось, ее просто не было. Ее просто не было. То есть это такая вот шутка, да? То есть как бы вроде бы что-то очевидное, но не всегда так, как вы думаете, все происходит. Так, ну что, тут, в принципе, можно... Ну, ладно, давайте так сыграем. На сдвоение. А он говорит, а мне твое сдвоение вообще не нужно. Я вообще тебя не уважаю, это сдвоение, да? Зачем нам твое сдвоение? Раздвоение. Ну, b4, наверное, как-то будем, да? Пытаться напрягать. Ну, ладно, давайте заберем. У меня лишняя минутка, ее надо использовать с толком. С чувством, с толком, с расстановкой. Конь f4 есть идея запрыгнуть на эти поля. А у него своя идея, да? Ну хорошо, так пока сыграл. Конь d5 может не так уже и хорошо. Но есть какие-то вопросы. Да? Вот он прикрыл то поле. Я конь h5 в какой-то момент могу пойти. Хотя он там тоже прикроется. Ну конь h5 надо ходить, чтобы пойти f4. А, он так решил. Ну, я не знаю. Мне кажется, вот этот ход неплохой. Там ладья e5 пока нет. Я играю f4 следующим ходом. Так, f4. И как-то конь на g6 себя чувствует не очень. Ну, а теперь он совсем себя плохо чувствует. Правда, он надеется, конечно, как-то перескочить. Но у меня вот такое есть поле. Да, спасибо. Можно сюда пойти теперь. Конь на f8 пока остался в своих, так сказать, владениях. Потому что поле e6. А, ну тут так пока. Вот это слабость. На нее можно пытаться нападать. Ладью если стану, то ладья сюда зайдет. Ладно, давайте так пока сыграем. И на ладья e5. Ну, ладья e5, наверное, сразу надо ходить. Что я сейчас стану конь h5. Хотя он ладья e7, ладья e5 может сыграть, да? Он думает, о, насколько это опасно. Королем пошел, ты смотри какой. Королем пошел. А если я так сыграю? Это же второй вариант всего этого дела. У него уже больше, чем на минуту времени, на 1,5 минуты больше. И как же дальше? Неприятно тут, потому что угрожает на c5 и ладья c4. А если он сам заберет, я заберу c5, это очень опасно. Там ладья b6, будет конь d5. Мне кажется, это проиграно уже вообще. Вот такой вот, казалось бы, безобидный эндшпиль, да? Вот он решает здесь отдать. Ну, наверное, правильно, да? Это, наверное, единственный шанс какой-то. Ну, а я так цепляюсь. И, кстати, ладья на a4 осталась не удел. Не удел. Правда, и ладьи его тоже не работают пока. Так, а что дальше? Так, он все решил, да? Ну, я подспонял. Перебазируем. Тут, кстати, мат не получит его король или что там. Кстати, хороший ход он нашел вот этот, да? Я недооценил его. Что он там пешкой продвинул. Ну, теперь вот так это точно пройдет. А, ну так подожди. Сейчас шах, шах, шах. Нет, b6 ему ходить нельзя. Зачем он на b8 пошел? Непонятно совершенно. Угрожает ладья c5.
Ну, конь d7, да, единственный шанс. Ну, а так. Единственный шанс не дать сыграть ладья c5. Но пешку он по-любому проиграет. И времени уже на 2 минуты у него меньше. Вот такая техника эндшпиля, да? Хочется ему мат тут вообще поставить какой-то. Но, наверное, его пока нет. Ладно, забрал конем. Сейчас заберут здесь. В принципе, ладья c6 где-то. Нет, ладья c6 пока нет. Ну, в общем, тут, да, до конца он сражается, но, честно говоря, позиция не ахти, хотя надо доработать. Надо доработать. Давайте так пока сыграем, посмотрим, что он будет делать дальше. Просто туда-сюда двигает фигуры. Ну, такая тактика тоже имеет право на жизнь. А я короля подтяну. Я короля подтяну. Да, двигает туда-сюда, не знает, что делать. Такая жизнь у него в этой партии. Да, ну, честно говоря, такая игра, хочется мат поставить. Вот он думает, вот сейчас он придумает какой-то мат этому королю. И тогда я его поймаю. Так, сюда, сюда, сюда. Ну ладно, давайте я так пока сыграю. Тоже вроде ничего не хочу. Ага. Вот такая красивая партия, наглядная демонстрация того, как надо играть эндшпиль. Спасибо за игру сопернику.